точёная золочёная, точёная золочёная, точёная золочёная. Али-лай, али-лай, точёная золочёная, точёная золочёная, вороты растворялись. Здравствуйте, меня зовут Алина Винокурова, мне 27 лет, я актриса. Пару лет назад закончила театральный институт имени Бориса Щукина. С третьего курса работаю в Московском театре мюзикла, где играю Красную Королеву в «Чудесах и Куролесах». Это мюзикл по мотивам «Алиса в стране чудес». Играю в «Принцессе цирка», в музыкальном ревю «Жизнь прекрасна». Я родилась в городе Оренбург на Урале. У нас небольшой город, но огромная область, где очень много простора, где очень много степей. И мне кажется, именно вот эта безграничность нашей области дает мне какую-то свободу и открытость души нашей, что ли.